Сколько стоит твой нож? Мы спросили у людей, сколько стоят их ножи. У меня Cold Steel Voyager, он давно уже не делается, но брал я его где-то за 2800 и примерно лет 8 назад. Classic SD, брал рублей за 700, сейчас, наверное, 1000 с лишним стоит. Tenacious, тогда стоил 3-3400, сейчас, наверное, все 5 может стоить, в зависимости от исполнения Endwork. Когда я стоил его около 5, может быть 4, 500, 5 тысяч. Сейчас, наверное, все 7-8 может стоить. Значит, первый мой нож – это Ontario Red 1, классическая крыса. За 2950 в свое время я его приобрел. Далее, подарок. Один из моих любимых ножей – это пара Military 2. Ну, ориентировочно в районе 15 тысяч рублей он стоит. За сколько его точно купили, подсказать не могу. И мой самый любимчик – это ZT-0770, карбоновый, пиджачный, 20 тысяч рублей. Сейчас стоит, но я покупал в свое время за 14500. Так, нож CRKT, скорее даже мультитул, стоит на момент покупки, это было примерно лет 7 назад, стоил где-то 3500. Новиночка этого года – Бёкер плюс Атлас, в медной рукояти, стоимость 2700. Так, Викторинекс мини-чемп. Стоимость 4, ну, порядка того. Викторинекс Форестер. Цена примерно 3500 рублей. Пайдерка пара 3. В лайтвейте 9000. Где-то так приблизительно. Wave Plus от Leatherman 12500. Мастерская Hard Arts. Собственно, джентльмен 45 приблизительно. Спайдерка Эндуро 4 в районе 9000 рублей. Крыса первая 4600 рублей. Реплика BF1 Extremo Ratio 1000 рублей. 50 рублей. Мини-штурм от Kizlyar Supreme Venge 190 1000. Ну и самое полезное из всего этого — Leatherman Skeletool 5500 и 2000 биты к нему, но это по старым ценам. Первый нож — это Cold Steel Recon Tanta в VG1. Сейчас, ну, не знаю, сколько он стоит, по последним данным, наверное, где-то 10,5, насколько смог найти в интернете. Второй нож — это Spartan, еще в AUS 8. Стоимость его сейчас тоже, наверное, примерно 10,5. Наверное, потому что сейчас, ну, их не делают ни тот, ни другой в этом исполнении стали. Третий нож я решил взять, самый такой мой, один из любимых, интересных ножей. Это Кукри Махакали. Chain Pure 10 называется модель. Он покупался в районе 5. Сейчас его можно найти где-то за 10-15 тысяч рублей. И один из моих самых любимых — маленькая игрушка, купленная за 300 рублей, не глядя практически, оказалась ножом из Золлингена мастера Роберта Класса. Самая ближайшая аналогичная позиция на eBay оказалась в районе 500 евро. Складной охотничий советский нож. Я его купил у коллекционера за 1000 рублей. Дальше работяга, это Ганза 716S, я его купил в Китае. Стоил он тогда что-то 200-2200, купил его лет 6 назад, наверное. Так, охотничий нож, который подарил мне отец. Ему этот нож сделал друг в подарок. Поэтому сколько стоит, я не знаю, но для меня у этого ножа нет цены. Это нож от братьев Сандер, Барбус. Стоил он 6500. И нож, который мне очень-очень понравился, это крейсер от Урал EDC в стали CPM3V, стоил он 16500. Первый нож — CRKT M21 8800. Steel Wheel Cobalt 3000 рублей. Kyoto от Cold Steel 2500 рублей. Kershaw Creo 2 3000 рублей. Ну, по порядку, наверное, самый дешевый — это Дозье, кабарчик розового цвета, что-то 3
400. Нет, 2750. Он стоит. Следующий это Викс, лимиточка 21 года. Стоит он порядка там 6000. И вишенка на торте. Сейчас, наверное, у секта резервистов пригорит. Это LUDT, полностью черный, в LMAX, стоит он 34 тысячи. Первый нож Spyderco Para Military 3 стоит 10,5 тысяч. SOG Terminus стоит порядка 5 тысяч. Мой нож Talwart Cold Steel стоил порядка 10 тысяч. Spyderco Military S30V, черный G10, стоит сейчас 1020, наверное. Spyderco Yojimbo 2 S90V Carbon Fiber. Когда я его покупал, он стоил что-то около 330 долларов. Black Oak SFK Folder. Даже не знаю, сколько он сейчас стоит. Брал я его за 12 тысяч, но курс с тех пор сильно изменился. SOG Pentagon Mini, русифицированный. Я думаю, что на барахолке найти можно 1000 за 6. И русифицированный SOG Pentagon полноразмерный. На барахолке крайний раз тоже видел 1008, по-моему, или 9. Зачем тебе ножи? Ты маньяк? Нож, чтобы резать. А маньяк — это человек, одержимый манией. Моя единственная мания... Нет. Пожалуй, я не смогу на этот вопрос нормально ответить. Его нужно переснять. Нет, я не маньяк. Просто я человек, который считает, что каждый нож имеет свою задачу. Да, я маньяк. Мне нужен нож. Ну, я не считаю себя маньяком. Я думаю, это достаточно странный вопрос для людей, которые просто впервые увидели ножи. Как только человек начинает пользоваться ножом, и у него именно не нажимание, вот, он понимает, что этим ножом он будет делать определенные цели, что данный нож пищевой, этот нож, он у него пойдет под коробочные цели, его не жалко там. Так же, как берут походные ножи, там дерево стругать, бить по нему и так далее. То есть нож, который не жалко, не вижу в этом ничего маньячного. Чаще всего отвечаю, что да, маньяк, и мне очень нравится фраза, что нож – это символ моей веры, как крестик, веры в то, что колбасу удобнее резать ножом, чем ломать руками. Вот. Еще мне очень понравилась фраза из сериала недавнего, что я мандалорец, оружие – это часть моей религии. Нет, у меня мало ножей. Я даже не ножеман, можно сказать, тут всего 5. Ну, может, у меня еще парочка есть там дома. Не знаю, я люблю ножи. Мой первый нож у меня появился в 6 лет, это была рыбка складная. Им же я порезался замечательно, сразу 2 пальца. Поэтому, не знаю, я люблю ножи, и ножи должны быть у всех. И у девочек тоже. Ну, иногда я говорю, что да, я маньяк, но скорее в шутку, чем правда. А на самом деле у большинства моих друзей уже несколько ножей, поэтому они не сильно удивляются. Нож ни в коем разе не несет элемент агрессии в нашей культуре. Это исключительный аксессуар и полезная функциональная вещь. И история о том, что а, ты нож, у тебя маньяк, но это удел каких-то узкомыслящих людей. Зачем мне столько ножей? Я получаю от этого удовольствие, мне радует сам тот факт, что у меня эти изделия есть, я регулярно там смотрю их, кручу в руках и просто радуюсь, что они есть. Меня зовут Николай, мне 24 года, и я ножеман. Forest Home, я... Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. И не забудьте посмотреть другие наши выпуски. Ссылки и промокод на ножи доступны в описании. Всем пока!